Всем привет, 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 привет. Всем дорогим моим подписчикам, зрителям, всем моим друзьям, всем огромный большой привет и здравствуйте, дорогие мои люди. Ну, как вы уже догадались, по содержимому моего стола и по моему пустому тазику, у нас сегодня новый мешочек. Я сегодня выбрала секонд-хенд и приобрела мешочек. Вот здесь на нем так и написано «Барн». То есть это детские бусины. Стоил он 3 евро, 30 крон. Сейчас я его распечатаю, высыплю в тазик, дико извиняюсь за жуткий звук, который, естественно, будет. И мы с вами подробненько рассмотрим все содержимое этого мешочка. Он не очень большой, но интересно же. Очень же интересно. Так, вот такие бусы. Разные тут бусины есть, но разберемся. Так, что тут у нас на шнурочке? Ой, ой, мама дорогая. Какой-то невиданный зверь. Ну, это стекло. Господи, я и понять не могу, кто это. Ну, в общем, вот такой зверь. Надеюсь, парнокопытный. Так. Невероятной красоты кулон пластиковый. На пластиковых же бусах. Ну ничего, бусы прекрасные пойдут на обшивку, на оплетку новогодних игрушек. Так, так, так. Ну, это уже всем известные бусины для... Ой, мама дорогая, господи. Это вот бусины для создания картин. Так, и вот такой невероятно красивый череп. Ой. Так, ну, это же детские бусы. Так, следующее. Ой, какие красивые крючочки. Ой, какие замечательные крючочки. Ой, прелесть какая. Боже, это вообще просто подарок судьбы. Буду их использовать в своих бусах. Прекрасные крючочки. Ну, это цепочка, но она из крючочков. То есть их можно приспособить, именно как немножко разжать и приспособить как крючок для бус. Я очень люблю крючки. Я не могу, мне очень тяжело застегивать все эти карабины. Для этого нужно убрать ногти, а я без ногтей не могу. Так вот, цепочка. Вот такая коротенькая цепочка на детскую шейку. Ну, на мою налезет, у меня шея худая. Так, здесь у нас королевна. Queen. Так. Кстати, по-шведски женщина, квинна. Почти королева. Так. Следующий. Здесь несколько браслетиков. Ой, что ж вы так запутались-то все? Ладно. Здесь у нас бусинка Lampwork. Не знаю, как называется. В общем, бисер и бусинка, она стеклянная, глаз. Так, это у нас бисер и ракушечка. Ой, и даже кошачий глазик, две бусинки. А вот такой браслетик у меня уже был. Ой, они все, поэтому они не разъединяются, они все три вместе одним лотом. Вот я показывала розовые сердечки в елочных украшениях, а это такие же красные, тоже пойдут на какую-то подвесочку новенькую. Ой, какая прелесть. Такие вот цветочки из бисера. Во. Прям как из моего детства. Я помню, где-то в 70-х, 80-х годах такие носили. Такие штуки носили, я очень хорошо помню. Так. Ну, это дурацкие бусы. Очень дурацкие бусы. Я такие бусы очень не люблю. Ну, ладно. Есть и есть. Это бусы. Здесь бусины приклеены к нитке. То есть их нельзя разобрать. Они вот как есть, так и есть. Вот. Ну ладно, будут, какие есть, такие есть. Ой, какая прелесть. Симпсон. Хороший брелочек. Конечно, как кулон оно не годится, но как брелочек прикольный. Так. Так, вот еще одни такие дурацкие бусы. Ну их, кстати, можно приспособить на маленькую елочку. Ну, как бусики для маленькой елочки. Я, наверное, так и сделаю.
Вот такие. Они тоже приклеены. Но... Ладно. Так. Дальше, дальше. Дальше я вижу котика. Вижу котика. Цепочка. И вот такая подвесочка. Вот такой котик. Или кошечка. Наверное, кошечка с бантиком. Очень кокетливо уж она сидит. Котики так не умеют. А вот кошечки, да. Так, это у нас лот 2. Два браслета с вот такой подвесочкой. Кстати, симпатичная, но металл плохой. Так, две вот таких, не знаю, макраме. Хотела сказать Шамбала, но Шамбала по-другому делается. Так, есть еще одни дурацкие бусы, приклеенные. Ну, ладно, пойдут. Так, заколочка, цветочек. Следующее. Ой, птичка прикольная. Это эмалька с двух сторон. Прикольненькая птичка. Темно-синяя. Так, так, так. Чего тут у нас дальше? Угу. Это тоже у нас идет лот. Так, давай, шикарный кулон. Значит, здесь идут бусы. На резиночке, браслет на резиночке и еще один браслетик на резиночке. Отличное для обшивки моих игрушечек новогодних. Просто лучше не придумаешь. Ой, как здесь все красиво. Ой, какой браслетик замечательный. Пудель, ну просто, тут, ну просто обалденный. И вот такая мороженка. Нет, это капкейк. О, кристаллики. Эмалька. Ой, какая прелесть. Ой, как я такое люблю. Они открепляются. Сейчас я попробую открепить. Это такие подвесочки, они отцепляются. Вот пуделечек и капкейк. Можно отделить от этого браслета и прицепить на какой-нибудь другой. Вот такая тут красота. Ой, ну красота. Ну, что-то же должно быть красивое здесь. Нельзя же так, чтобы все было такое, никакое. Ой, вот еще одна заколочка. Их две. Ладно, разберемся. И еще одни дурацкие бусы. Еще одни дурацкие бусы. Что-то сегодня много таких дурацких бус. Я их не люблю, но я же не могу выбрать. Так, это тоже пойдет на оплетку. Такие бусики. Все, конечно, пластиковое, детское. И такие браслетики. Это все пойдет на оплетку новогодних игрушек. Так. Два вот таких браслетика. Ой, как в моем детстве счеты были. Мы когда-то у нас на математике мы играли в счеты. А это стеклышки. Интересно. Я рада, что это стеклышки. Рада, что это не пластик. А это, конечно, пластик. Так, дальше. Ой, какой браслет. Обалдеть. Подарю невестке, она такое любит. Ой, и вот такие браслетики тоже на мою невестку будут. Один какой-то неправильный, какой-то он поцарапанный, остальные вроде ничего. Пусть носит. Она еще молодая. Ой, а вот такие бусы, ой, клипсы у меня были такие красные. А я же теперь могу сделать тоже к зеленому, к своему украшению. У меня были красные, я на них прицепила бусины, и получились такие длинные клипсы, красные. А здесь я могу сделать точно такой же фокус, только в зеленом цвете. Это хорошо. Так, вот такой браслетик с сердечками. Ну, ладно, пойдет. Ой, а это что? Господи. Господи, декодер. Господи, что это и для чего это? Ну, я не знаю, для чего это. Надо спросить у моей внучки. Может быть, она знает, для чего это. Ладно, разберемся. Пока пусть полежит. Так, дальше. Ну, еще один. Просто шикарный пластиковый кулон. На шнурочке. Ладно. Так, что я вижу? Опять клипсы. Кстати, на маленькое ушко. Такие совсем миниатюрные застежечки. Ладно. Они, кстати, такие пластик хороший, такой холодненький, знаете,
приятный на ощупь. Так, это у нас Hello Kitty, браслетик. А нет, это резиночка на волосы. Отлично. Отличная резиночка на выброс. Отличная резиночка на выброс. Так, а вот у нас еще черная. Боже, у меня теперь целая коллекция клипса. Целая коллекция клипса собралась. О, красота. О, просто красота. Неописуемая. Мамочки. Во. Ладно. Ой, чуть-чуть деревянных бусинок. Я всегда так рада, когда попадаются деревянные бусинки. Я очень люблю деревянные украшения делать из дерева. Ну, очень мне нравится. Итак, и немножко жемчуга. Кстати, один вот этот матовый, а этот блестящий. Легкие-легкие, легкусенькие, тоже пойдут на оплетку. Кстати, можно совместить, сделать красиво розовое с белым. Ох, мне бы еще сюда серого жемчуга, и вообще была бы песня. Вот, такая у нас была сегодня распаковка мешочка. Вот, кстати, я купила еще бусинки. Сейчас я вам покажу их несколько, их всего 18 штук. Вот. Я их покупала просто отдельно, вот такие бусинки. Вот. Тоже пойдут, как эти бусинки пойдут на подвесочки новогодние, которые я планирую еще делать. У меня что-то накупилось, много новых бусин появилось. Можно опять оплетать. Вот, и пойдут на концы. Вот такие бусинки. Они такие прям хрустальные почти. Ну, конечно, это пластик, но мне они очень нравятся. Ну, а всем, кто был со мной, огромное спасибо за компанию. Буду рада, если вам понравится это видео. Ну и всем всего самого-самого хорошего. Пока-пока-пока.